В рамках празднования Дня строителя впервые в нашем городе была организована пешеходная экскурсия. По памятным местам Десногорска прошли ребята из школьных оздоровительных лагерей и социально-реабилитационного центра «Солнышко». Началась экскурсия у дома 19 2-го микрорайона, где с 1982 по 2004 годы жил герой социалистического труда, бригадир монтажников Смуцем Олимпиев Владимир Павлович. Ребята с интересом слушали директора историко-краеведческого музея города Десногорска Наталью Николаевну Демьянову, которая рассказала о том, как строился наш город и Смоленская АЭС, и, конечно же, о первостроителях. Город наш, город строителей. Этот город именно строили люди со всей России, сюда приезжали. Не случайно этот город был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. И когда в 73-м году сюда приехали со всей России молодые девушки, молодые парни, молодые специалисты строить наш город, здесь не было ничего. Нужно было строить и атомную станцию, и жилье для будущих атомщиков, для жителей города. Город наш на болотистом месте практически построен. Представляете, здесь была грязь, болото, да. Ходили здесь в резиновых сапогах. Первопроходцы нашего города, они сделали внесли большой значимый вклад в строительство нашего города и многие даже нашей страны. Возложив цветы к мемориальной табличке, экскурсия направилась к третьему дому 1-го микрорайона. Здесь установлена мемориальная доска первому директору Смоленской АЭС, почетному гражданину города Десногорска Мельнику Ивану Андреевичу. Его назначили директором, он приехал на эту площадку. И первым делом, что он сделал, он облетел на вертолете, посмотрел, то есть местность. И уже определялся, где будет у нас располагаться город. Благодаря решению Мельника Ивана Андреевича было принято решение архитекторами сохранить именно наш город таким зеленым. Здесь были сохранены практически все насаждения. Выпало на его долю очень много. Это с нуля практически на поле построить такой красивый, славный город. Посетили ребята и четвертый дом 1-го микрорайона, где с 1979 по 1991 годы жил почетный гражданин города Десногорска, начальник управления строительства Смоленской АЭС Рева Борис Михайлович. Человек, который участвовал в строительстве пуски всех трех энергоблоков нашей атомной станции и также руководил стройкой города Десногорска. Закончилась экскурсия у бюста Бориса Михайловича, где также были возложены цветы в память обо всех первостроителях нашего любимого Десногорска. Уважаемые строители, мы поздравляем вас с праздником! Хочется вам пожелать крепкого здоровья, личного вам семейного счастья, благополучия и всего самого хорошего! Я хочу сказать от имени всех, кто присутствовали на данном мероприятии, и от вас, дети, наверное, вы подтвердите это, благодарность Наталье Николаевне за экскурсию, которая позволила всем нам еще лучше узнать наш город, интересные факты, будет способствовать тому, что вы будете бережно относиться к городу, в котором вы живете. С Днем строителя! Мы видим с вами, как город возрождается, как здесь строятся новые детские площадки, какие ведутся ремонтные работы. Все это для вас, жители. Берегите наш город, любите его.